70 лет на страже интересов трудовых коллективов. Владимирское областное профобъединение было создано 15 ноября 1948 года. На сегодняшний день это одна из самых массовых организаций региона. В нее входит более 100 тысяч человек. Это историческая веха. 70 лет профсоюзному движению во Владимирской области. Это грандиозное событие, которое показывает о том, что профсоюзы на сегодняшний день живее всех живых, что называется. Это единственная мощнейшая такая организация, которая защищает права трудящихся. Цель профсоюзных организаций, как и 70 лет назад, остается прежней – защита социально-трудовых прав и экономических интересов простых граждан. В преддверии юбилея губернатор области Владимир Сипягин поздравил и наградил работников профсоюзного движения. Уважаемые друзья, дорогие коллеги, как член профсоюза, как тот человек, который любит Владимирскую область, любит нашу страну и понимает, что у нас важнейшие задачи поставлены президентом Российской Федерации вместе участвовать в этом развитии. Я хочу поблагодарить вас и за ту работу, которую вы вносите в это развитие. Хочу поздравить вас и членов ваших семей с этим замечательным праздником. Счастья вам, мира, добра и успехов вашей подчас тяжелой и нелегкой работы. Представители профсоюзов принимают активное участие в разработке областных законов, касающихся мер социальной поддержки населения, ветеранов, работников бюджетной сферы, законов о культуре, образовании, здравоохранении и многих других. Можно привести большое количество примеров, когда инициатива наших профсоюзов, в том числе Владимирских профсоюзов, становилась федеральными или региональными законами и другими нормативно-правовыми актами. В качестве, наверное, одного из наиболее ярких примеров можно привести такой пример, когда наши профсоюзы неоднократно выступали за приведение минимального размера оплаты труда в соответствии с прожиточным минимумом. Профсоюзные организации передают свои традиции из поколения в поколение. Поэтому ежегодно в ряды профсоюзов активно привлекают молодежь, которая должна сохранить историю и приумножить достижения.